цветики, а не цветочки почему-то. Так это правильно. Подписчики, рекомендую есть цветочки, если вы любите. Вкус гороха. Приятного аппетита, да? На вкус свежего горошка. А вот и лебеди на воде. Только много их растет тут. Вот кто-то сжег дерево, в котором жили пчелы. Ну, они все равно там уже покинули это гнездо. Кому и зачем нужно сжигать у берега деревья, мне непонятно. Может быть, оно... Папа утверждает, что так люди балуются. Но какое-то странное предположение. Неужели действительно нет цели никакой? Там уже было проедено короедами. Ну и что? Такая штука, опилки, которые хорошо горели. Это зря, потом она похоронила повсюду. Да. Вот остатки дерева и пепел. Да, можно погреться. Или что-то даже поджарить. За каким таким делом? Я хочу взять бумагу и посадить туда цветов. Замечательная идея, бери. Алло, вон дрова несет. Короче, там папа, где дерево горит, там он зажигает бревна, чтобы зажигалку не тратить. Отличная идея. Ого, вот такая у меня математика была. Вот. И тут еще вопросики. И оценки есть. Ну вот, мох тут было. Тут не сделано, мы забыли. Ой, надо сделать. Ну, это уже сжигать ему пора. Ну, хорошо, как скажешь. Где старый? Старый дома. Дома? Ты это тоже домой понесешь? Да. Ну правильно. Все топоры должны быть дома у древнего человека. Этот лучше, потому что длиннее палка и ну, хорошая рукоятка. Но тяжелый очень. Трудно тебе будет носить его туда-сюда? Нет. Может, где-то спрячешь? Нет. Класс. Аленушка, а твои тут как дела? Я делаю краску. Краску? Из чего? Я из этой белой штуки, из воды. Из золы и воды? Да. А что красить будешь?
Я вот хочу вот это бревно покрасить. Ой, какое красивое бревно будет. Серый. Такой хороший мох, красивенький. Цветущий. Очень мягенький. Я тоже ходила, любовалась на мох. Мягкий матрасик. Елочка ваша тут не наряженная. Будет до зимы ждать, если никто не сожжет. Работает? Для муравьев это как будто вот это.